Нашою землю, о, Отец, народ наш ты поклич к себе. Ячейки. Боже, это не для тебя, это для мамы. Написано на российский мозг. Отказывайтесь подписывать протокол. Отмовляюсь. Сенсу нема. Ее написано на чужинском мове. Я после обладей на Украине не читаю, не пишу, не размовляю на российском мове. Принципово. А Куропата мы в порядок приведем. Будьте уверены в этом. Хочет этого кто-то или не хочет. Возле этих Куропат какой-то ресторан. То ли поедем, поедим. Да. Так он же есть. Я вот еду, смотрю, написано. Это про этот ресторан речь? Да, конечно. Слушайте, чего вы по-зверски относитесь к этим предпринимателям? И чтобы демонстрации вот с этими крестами по периметру тоже не было. Ну зачем вы повыставили там эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? А главное, что это ж толку от этого нет. Ресторан как работал, так и работает. Он и будет работать, его никто не закроет. Пенсионерка наша женщина, Нина Богинская, увидела все это безобразие, говорит, пойду пристыжу этих, пристыжу, кресты сносят этими экскаваторами, пойду пристыжу. Я не успела даже подойти. Ее посадили, дали несколько суток, потом дали огромный штраф, $50, да. $500. $500. Пастырю Германии славили Гитлера, а те еще и славили то свой грань замученный. Как это давало замученный. Все, ложись. Вот я пока стою на нем на ресторане.
людям, которые приезжают обедать в ресторан на территории Куропат, спокойно не сиделось, не пилось и не елось, и не игралось. Вы нигде в Освенциме и в Бухенвальде, куда приезжают люди, где тоталитарные их фашистовские системы губили людей, люди не ходят отпочивать и бавиться в ресторанах. Они ходят там сумовать и слезы лить, и помнить, как фашизм не повторился. А тут у нас на Беларуси, на территории Куропат, охраняемая зона повинна быть вызволена от основания, от существования этого ресторана. Вот потому люди и поднялись, и ходят каждое воскресенье о 14-й године, и каждый день о 19 часа вечера молиться за свою белорусскую историческую каштовность, и как люди помнили, и не повторился сталинский режим, сталинский геноцид, что проводился в 30-х годах на территории Беларуси. Вот с этим плакатом я и стою. Бо миновито путинская, грибистская власть, это федеральная, значит, структура власти московской, подтримливает наших кагибистов в этом, и они не ожидают признать геноцид, что был проведен сбоку Московии в отношении нашего народа. А лишь правда переможет, победит. Так, теперь у хату. Это я, вид со спины. Этот портрет был сделан в 2006 году Евгением Ацетский. Снимок, записанный на пленке. Я теперь могу зайти в фотоателье и заказать любого размера этот снимок. Это я и делаю. Часто я посылаю своим друзьям, которые сидят посаженные в тюрьмы. Милиция с народом! Ребята, уходите! Это же наш президент! Чья Беларусь? Это было в тот год, когда были выборы президента, и молодежь, которая была против президентства Улады, стала палаточным городком на Костричинской площади. Это было сопротивление и референдуму, который провел Лукашенко в 95-96 году, который изменил Конституцию. И после этого референдума стал запрещен красно-белый флаг и герб погоня. Это символы, под которыми была обвешена в 91 году наша держава. И мы все считаем их историчным ценностью нашей истории. И при любой уладе, перед всем надо это поважать. Уважать. А Лукашенко не уважает и ганит всех людей, которые любят свою символику, погоню
и бело-красно-белый флаг, он штрафует, альбо садит в тюрьмы. Меня особисто он штрафует, но бывает и садят. Ваня Абрамова, вы с такими протатами пришла негодующая женщина? Стой! Проходите, присаживайтесь, пожалуйста, осторожно. Я с 46-го года. Вот, я была спортивным человеком и рано занялась спортом. В 8 классе я была уже членом сборной Беларуси по велосипеду. Мой тренер, старше меня на 13 год, стал потом моим мужем. А лишь это было тогда, когда мне было уже 29 год. Я после учебы вернулась сюда, в свой родной город, и доведалась, что мой тренер 42 года до сих часов не женат. И подумала, как так? Человек не пьет, не палит цигарки, как и я, здоровый лад життя и до сих пор не имеет жонку. Ну, я поглядела и намекнула ему, что и мне уже в 29 год так само стало питание, а чему бы мне не народить дитя? У меня от мужа двое детей. Я народила их в 30 и в 31 год. Сын и дочка. Погодки. Нева, 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 не важно. Не море, не жажда. Умрет ли наш мираж, миражи. Однажды дожди. Стекло, выше или ниже, я тебя не вижу. Темными тебя, а теперь памяти острова за закрытыми дверями, море времени теряет. Они тогда еды сдрыганаются. Я говорю, вот видите, нельзя штрафовать пенсионеров. Мы кричать не можем. Поэтому вы пишете неправду в протоколе. А потом этот лозунг. Ничего страшного, если и кричим. Вот это классика Янки Купалы. Живи Беларусь. Ну что-то там плохого. Просто уже по моим наблюдениям, это милицейская власть у нас и либийская, антинародная, антибелорусская. Они не поважают не только нашу символику, и мову не поважают, и людей, и тому и я их не поважаю. Вот так мне не обидно, нехай им будет обидно, глядеть на мои пустые, без зубов, скивицы. Мы идем в правозащитный центр. Весна. Это название «Весна» взяла себе после референдума в 90-х годах, когда на Беларуси организовался промосковский фашизм. Стали душить оппозицию. Весна 25 сороковика
День Белорусской Народной Республики. И нас стали сильно разгонять, не допозволять наш герб, погоня, бел-червоно-белый флаг. Ну и весна народа. До сих часов это название актуально и не потеряло свой смысл. А для чего мы идем? Мы идем, как научиться себя защищать и сопротивляться. Володя. Так, 48. Одно и то же на трех сторонках. Это отделки принудительного исполнения. Одно и то же на трех сторонках. Это макулатура. Олесь, ничего им не надо платить. Пусть душатся сами. Про это не надо в фильме говорить. Пусть они душатся сами. Сенсу нема. Ну что? Неким чином, оплачивая штрафы, мы поддерживаем эту структуру. Не хочу. Все. А еще все вам пришло. Вот. Ай, пришло вот это. Оно пришло задним числом. А, это повестка? Это толку, повестка на суд. Это по поводу? По поводу вот этих крестов, вы, что они тогда держат. Вы нам приносите тогда это постановление, хорошо? А постановление московского суда я вчера нету. Ну, принесу. Хорошо, обязательно. Ну и что толку? Собираем информацию. 50 базовых. Ну и что? Ну, не собираем информацию. Ну, принесу. Я вам передала, пошла в исполком, как они мне дали все эти штрафы, которые начиная 16-го года было зафиксовано. Там этих штрафов уже на несколько десятков тысяч долларов. Дайте мне, пожалуйста, свой паспорт, я могу посоперечествовать. Да, у вас общая задолженность 6500 долларов. Ну, 8. По исполнению. Это нереально. Это игра темная на застрашивание людей. На 13 тысяч рублей. 13 тысяч долларов, да? Нет, 13 тысяч рублей – это 6500 долларов. 6500 долларов. А можно прокалькулировать, сколько это пенсии тети Нины? Сейчас скажу. 170 рублей – это почти 76 пенсий. А разделено 12. Почему на 12? На 12 месяцев. Это сколько лет мне надо жить? А, это 6 лет. Они же будут снимать. 6 лет без пенсии, считай. 6 лет без пенсии, да? Да. Ага. Какая у вас пенсия? Ну, теперь 170. Это 85 долларов. 170. 50% они снимают, а это меньше прожиточного уровня в министерстве. То есть ваша пенсия это в долларах сколько? 85. 85. Да. На гульну нашу волю цивилизация повинна перемогчи. Перемочь этих диктаторов, как пьяны, мы не рабы, правда? И тому каждый человек должен развиваться свободно. Народу свободу.